На русском базе. Здравствуйте, добрый день. ДПС, нарушитель милиции ДОР. Так точно. Причина вашей остановки. А как вы выехали из АЗС? Я выехал правильно за Тойотой. На... Да, я говорю, я выехал правильно. Как вы выехали? Там. А не важно, я ничего не должен объяснять. Удостоверение покажите, пожалуйста. В развернутом виде. Довгий Сергей Маркиянович. Перебуває на посаді інспектор ДПС 2-го взводу 2-ї роти батальйон ДПС. Спасибо большое. Можешь закрывать. Причина остановки, что, причина почему? Причина остановки, вы пересекли сплошную линию разметки 1-1 при выезде из АЗС. Не виновен. Есть такое дело? Не виновен. Нет. Как это? Нет, не виновен. Ну пройдемте, я вам покажу. Я проходить не буду. Приносите, ознакомьтесь, составляйте протокол без проблем. Можно ваш водитель сказать в паспорт? Конечно. За Тойотой что, не потягаться? Так а что нам ездить, нарушать тоже правила дорожного движения, чтобы за Тойотой ехать? Да? Нет. Просто мы... Удостоверение? Мы за ней бы просто не успели. Все, спасибо. В моем присутствии, пожалуйста, если есть время. Что, взял? Сертификат на использование мобильного телефона. Кто сказал, что нельзя пользоваться мобильным телефоном? Где кто? Как вас зовут? Где это прописано, что нельзя пользоваться мобильным Вигзе, телефоном? Вигзе, в вашем внутреннем приказе, Вигзе, меня не волнует. У нас нет. Уберите телефон, я с вами разговариваю. В приказе у нас нету. Нету. Я звоню в службу доверия и звоню в Киев. Спросите. Что значит забирать? Где мой протокол? Кто? Где мой протокол? Вам так нужен сильно протокол? Да, вы меня за что остановили? Я время то, бензин потратил. Вы пересекли сплошную линию разметки. Не было. Счастливо. Чем нарушили правила дорожного движения, понимаете? Ну так, давайте наказывайте. Протокол. Доказательство. Я могу провести с вами протокол. Предупреждение. Спасибо огромное. До свидания. Я понял. Спасибо большое. Безопасности. Пристегнусь. Нет, сейчас. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка